Добрый вечер. Привет, привет. Рад тебя видеть и слышать и читать. Как дела у тебя? Как настроение? Сегодня тема стрима называется «Оптимизация. Ключевые слова». Яна, ты знаешь, что такое ключевые слова? Ключевые слова – это те же самые теги и хэштеги. И описание к видео – это тоже ключевые слова. Когда происходит связка названия видео с ключевыми словами по теме видео, описание к видео с ключевыми словами по теме к видео. И отсюда, когда вот из описания берутся слова ключевые и вписываются в окошко, где теги к видео, то есть пишем, например, стрим, оценка каналов, да, у меня стрим, запятая, дальше ключевое слово, оценка каналов и оптимизация, запятая. И все, что вот здесь вот у меня написано в описании к стриму, это все ключевые слова, связанные с ключевыми словами в тегах к видео. А также есть ключевые слова, которые вписаны в теги канала у меня. Таким образом, связка получается четырехкратная. Вот. Задержка в минуту, это еще хорошо. Вчера было гораздо хуже. Ничего страшного, мне это не мешает. Главное, что все работает. Вчера стрим прерывался несколько раз. Вот. А то, что задержка, она всегда задержка. Я собираюсь завтра поехать в город для того, чтобы купить счетчик электроэнергии, который перегорел. Вот, или посмотреть, сколько будет стоить починить старый. И я, скорее всего, буду в городе проводить стримы в ближайшие несколько дней, пока я не приеду сюда с счетчиком на дачу. Потому что на даче без счетчика делать нечего. Надо срочно сделать эту работу, чтобы не было проблем потом. Вот. Да не, вроде нормально все работает. Смотрю, скорость-то нормально. Привет, я снова на твоем стриме. Привет, Карм Мэджик, привет. Рад тебя видеть. Ну и у нас не будет лагать. Да, у вас тоже не будет лагать. Согласен, согласен. У вас вообще ничего нигде не будет лагать. Никогда. Да будет так. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня тема стрима – оптимизация, ключевые слова. Кэрэм Мэджик, знаешь, что такое ключевые слова? Ура. Точно, точно. Пока ты думаешь, или пока компьютер думает. Богдан, привет. Загорскиск. Я тоже, можно сказать, Загорски. Твой WhatsApp, зачем ты мне его написал, дорогой друг? Друзья, помните, что все мы обречены на успех, лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Я поздравляю тебя, Кармэджик, с тем, что ты встретил друга.
Сейчас попробуем, друзья, включить. Не, не будем пробовать включить музыку, ну и нафиг. Пока работает все хорошо. Ключевые слова теги, да, я слышал, я их пишу. Да, ключевые слова это название к видео по тематике видео. Это описание к видео по тематике к видео. Это теги к видео в окошке, куда ставятся теги. Это тоже по тематике к видео надо писать через запятую. Не от балды, а из описания к видео. Отсюда выдергиваются слова. И через запятую пишутся вот здесь. Таким образом появляются ранжированные теги. И также теги канала пишутся ключевыми словами. По теме вашего канала. Женя, привет! Всем привет, всем привет! И также, смотрите, друзья, такие ключевые слова, как хэштеги, это тоже ключевые слова, их тоже надо для оптимизации вашего видео вписывать. Тем более, что это буквально займет у вас несколько минут, секунд, парсеков. Знаете, что такое парсек? Парсек это меньше, чем мгновение. Ранжированные теги, они появляются. Вот в этом окошке появляются, где теги к видео появляются. Их увидеть можно только тогда, когда используешь программу VidIQ. То есть у нас вся оптимизация проходит через программу VidIQ. Жень, смотрел я твою шапку. И шапку твою смотрел, и носки, и валенки. Лучше бы, знаешь, что показал, сделал? Лучше бы показал бы лапти. Ай да лапти. Лапти наши лапти. Ты знаешь, что такое лапти? Лапти это были такие е. Такая обувь, которая надевалась на ноги. То есть сначала тряпочку наматывали на ногу. Называлась портянка. А потом одевались лапти плетеные. Плели их из лыка. Лыка. Знаешь, что такое лыка? Вот в древней Руси из лыка плели лапти. Потом появилось такое высказывание интересное. Лыка не вяжет, когда человек не мог рассказать то, о чем хотел рассказать. Вот такая вот ситуация была раньше. Ты неправильно историю изучал. Есть древнерусская история. Древнейшая. Русь это не государство. Русь это весь мир. Ты в курсе? Владимир, добрый вечер. Рад вас приветствовать. Здрасте, Смоки. Дорогие друзья, напоминаю вам сегодня то, что тема стрима сегодня – оптимизация, ключевые слова. Ключевые слова – это название к видео по тематике, описание к видео по тематике видео –
Также это теги к видео, связанные с названием в связке с описанием к видео по тематике видео. И хэштеги то же самое. Ключевые слова в связке. Описание к видео. По теме видео. Если вы будете делать такую оптимизацию, у вас появятся ранжированные теги. Ранжированные теги – это те теги, которые дают возможность вам попадать в поисковике YouTube на верхние строчки. Эти строчки от 1 до 20 – самые топовые. Вот для этого нужны ранжированные теги. И ведут к ранжированным тегам ключевые слова, правильно написанные. Смоки, можешь сейчас оценить меня? Я сейчас напишу, у меня теги все есть. Смоки, для того, чтобы тебя оценили, надо написать 3 комментария под прошедшим стримом. Под прошлый стрим пиши 3 комментария, и да будет тебе оценка. Теперь, друзья, продолжим древнерусскую историю. Вы знаете, откуда произошло слово «ярмарка»? Ярмарка. Давайте ваши гипотезы по поводу этого. А почему 3? Потому что 2 из них попадут в спам. Смоки. Я бы на твоем месте написал 5. Чтобы точно в спам не попасть. Друзья, напишите, пожалуйста, откуда произошло слово «ярмарка». Почему ярмарка раньше была праздником, когда все собирались и веселились? Что это за веселье такое было на ярмарке? И что оно такое в себе несло? Древнерусское. Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать под прошедшим стримом 3 комментария, лучше 5. Тогда один уж точно попадет куда надо, комментарий. Остальные могут попасть в спам. В очередной раз напоминаю вам то, что сегодня тема стрима – оптимизация ключевые слова. Ключевые слова – это теги, хэштеги, это описание к видео, это название видео, это теги канала, это субтитры. Все это ключевые слова. И эта тема очень важна для того, чтобы ваши прекрасные, замечательные каналы попадали в тренды. Они, конечно, могут и без этого в тренды попасть, но все равно с оптимизацией вы попадете в тренды быстрее и на самые высокие места в поисковике. Так, где у нас Смоки? Есть Смоки. Одно слово всего лишь написал. Пожадничал. Ух ты, жадный Смоки. Мог бы написать 3. Нет, надо было один комментарий. Ну, я тоже так же для тебя пожадничаю. Око за око, зуб за зуб. Ты пожадничал, и я пожадничаю. Так, я даже забыл, что тебя надо оценить после твоей выходки. Ну вот, друзья, канал Смоки
Занимается играми. Написано Smoky Gaming. Вот слово Smoky вообще никаким боком к геймингу и Бравл Старсу не относится. Можно вот это слово сразу убирать отсюда и оставить только гейминг Бравл Старс. И тогда будет оптимизация названия канала абсолютно по теме канала. Смоки, вот этот вот дым или что там, смог, вот это слово лишнее здесь. И оно ненужное. Очень мало просмотров из-за того, что надо делиться в соцсетях своими великолепными и интересными видосами. Если будете делиться, то будет больше просмотров. А так их очень мало. Оцениваем мы ваши каналы по системе VidIQ. Существует вот такая вот программа VidIQ. Помимо VidIQ еще много есть программ, но здесь дешевая есть версия, бесплатная, поэтому с ней легко работать. Ну что я могу сказать? Ну вот смотри, во-первых, неправильно написанные хэштеги. То есть через слэш снизу хэштеги никто не пишет. Это неправильно писать в хэштегах. Во-вторых, топ, вот это вот название, да, топ-конкурс на 5 мест, это неправильное название. Потому что оно написано капсом. И оно короткое, должно быть не меньше 7 слов. И оно должно быть по теме видео. Потом дальше что тут? Описания вообще нету. Здесь должны быть ключевые слова, связанные на тему, на тему твоего видео. Как минимум не меньше 50 слов. У тебя их нету. Так. Вот вместо того, чтобы написать вот эту байду, за которую наказывает YouTube, вместо этого, вот этого вот делать нельзя. Вот ключевые слова должны писаться. Если ты хотел бы написать описание правильно, надо писать ключевые слова в предложениях. Например, у меня есть приватный сервер Бравл Старс. Точка. Дальше. Приватный сервер Бравл Старс, он такой-то, такой-то, такой-то. Запятая. С помощью него можно делать то-то, то-то, то-то. Обнова Бравл Старс это... Ну, там предложение какое-нибудь. А вот ты сделал вообще фигню какую-то. Ужас просто. Просто ужас. Поэтому у тебя ни одного ранжированного тега здесь нету. Ну, теги канала топ-ютубер. Удачи тебе, Смоки. С топ-ютуберсом после такой оптимизации, которую ты сделал. Пипец, а не оптимизация. Удачи тебе. Оцени шапку, Мози. Напиши комментарий. 3 комментария надо от тебя. Пишешь 3 комментария, мы тебя смотрим. Трэп Мьюзик, Дима, привет. Музи, ты не слышишь? Что тебе? Приятного аппетита, Ян. Лёха, привет, привет, рад тебя видеть. Лёша, рад тебя видеть. Лёха, Давыд, Алекс, привет. И вообще, всем привет. Друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать 3 комментария под прошедшим стримом. Почему 3? Потому что 2 из них могут попасть в спам. Поэтому лучше напишите 5. Очень много ваших потом из спама достаю.
Блин, жалко, что ты смоки. Вот отличный парень, блин, но абсолютно неправильная оптимизация. На моем канале ВКонтакте можно научиться оптимизации. Я провожу обучение людей, тех, которые нифига не понимают, что такое оптимизация и как ее делать. Как ее делать правильно, чтобы у вас потом каналы стали топовыми. Взаимно слышать. Я рад, Алексей. Братан, в очередь записался, оценишь? Им, Тим, братан, напиши 5 комментариев под прошедшим стримом. И будет тебе счастье, будет тебе оценка, братан. Сразу вспоминаю отрывок из фильма «Брат 2». Когда он в автобусе едет, подходит, короче, там не платят два человека за проезд, а кондуктор просит у них, чтобы они заплатили, но они его посылают. И подходит Данила Багров и говорит: «Заплатите ему». Они: «Брят, брят, брят, брят». А он что им сказал? «Не брат ты мне». Не брат. Лёшушка, привет. Можно оценку? Конечно, можно. Для этого надо написать 5 комментариев под прошедшим стримом. Почему 5? Потому что я так хочу. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. А еще я хочу, чтобы оно продолжалось. О, смоки. Ура! А вот будет продолжаться лето, и что делать потом? Меня эти комары задолбают. Не люблю комаров. Из-за этого лето не очень люблю. Но я люблю. О, отлично. Отлично, молодцы, друзья. Им-тим. Идем к тебе летим. Им-тим, к тебе летим. Помните, друзья, что все мы обречены на успех. Лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Вот, друзья, когда вы понимаете меня, мне прям приятно с вами работать вместе. Друзья, оцените, пожалуйста, замечательный канал, связанный с хоррором. Вот он абсолютно не оформленный, но при этом очень интересный. Им, Тим, если ты добавишь ссылки в соцсети, если ты будешь делиться в соцсетях своими видосами, если ты сделаешь главную страницу, оптимизацию, сделаешь теги, хэштеги, ключевые слова у тебя будут связаны с описанием твоего видео, с названием видео, с тегами, хэштегами к видео. Если у тебя название будет на русском языке, связанное с тематикой твоего канала, тогда у тебя будет топовый канал буквально быстро. Если ты все это быстро сделаешь, то буквально в ближайшую недельку ты станешь топовым. Только надо сделать им тем то, что я тебе сказал. И тема стрима сегодняшняя – оптимизация, ключевые слова. Леш, спасибо тебе большое. Сейчас мы зайдем на твой канал, там очень много новых видео, я видел, появились. Сейчас мы будем их смотреть. Так, сейчас только вот ребята мне комментариев понаписали много. Надо им всем ответить. Ребята-то хорошие. Кстати, вот это вот кусочек песенки, который поет Витас, это, насколько я помню, эта песня называется «Седьмой элемент», не «Пятый элемент», как в фильме, да, пела там Дива с другой планеты.
А седьмой элемент называется этот отрывочек. Песня, кстати, Витас, что это давно уже не поет. Но зато в хронике городской его часто обсуждают. Как, например, сейчас обсуждают бедного человека по фамилии Ефремов. Который попал в беду из-за пьянства. Ну, лайме! Оценка твоего канала 1000 из 1000. Даже дальше не буду ничего тебе говорить. Все очень мне нравится, прекрасно, красиво, здорово. Единственное, что делиться в соцсетях своими видосами будет больше просмотров. Очень красивая шапка. Такие классные тона, полутона, тени, свет. Все супер, мне все нравится. Также мне нравятся твои превьюхи. Прекрасно. Прекрасная работа. Работа. А вот снизу, вот когда ты, да, фрагмовики делал одни и те же, без превьюх, это отстойно, конечно. Это ужасно. Это 0,0001 из 100. Удачи тебе, Лами. Так, дальше сейчас быстренько у нас кто там по очереди. О, Музи. Смузи. Друзья, пожалуйста, вот Музи стендов. Здесь тоже ничего не оформлено, но меня радует, что он снимает одну тему. Он снимает стендов. И у него тут все стендов. Это прикольно, это очень классно, это хорошо. И у него будет много просмотров только потому, что у него тематика. Узкая тематика. Надо, чтобы все каналы были, пока они не стали топовыми, с узкой тематикой. Не надо снимать, как вы когда вы жарите блины, не надо снимать и выкладывать это на канал. Потом вы занимаетесь рыбалкой, потом вы чините трактор, потом вы идете за грибами, потом вы вдруг начали заниматься Майнкрафтом и снимать это, и все это выкладываете вы на один канал, а потом вы начали вдруг снимать протесты. Все не надо в одну кучу сваливать, дорогие мои. Не надо. Пока вы не топовые, этого делать не надо, потому что вы свою аудиторию растаскиваете, как лебедь, рак и щука в разные стороны. Так не надо делать. Это оттолкнет только людей, которые смотрят ваш канал. Поэтому надо, чтобы была узкая тема вашего канала. Занимаетесь кроликами, снимайте про кроликов. Вот и снимайте про кроликов дальше. Не надо туда пихать монеты еще. И еще что-нибудь лишнего. Занимайтесь стройкой. Занимайтесь стройкой, ради бога. Но у вас будет больше просмотров, когда вы одной темой занимаетесь, а не 1000 на одном канале. А сейчас, друзья, мы оцениваем такого замечательного человека, моего друга, который задонатил и написал слово «просто». Рома, привет! Всем привет, друзья! Сейчас мы смотрим донатера нашего дорогого друга. Блин, пишите комментарии, по 5 комментариев пишите, будем вас оценивать. А сейчас мы оцениваем донатера. Он задонатил, он имеет право получить рекламу, потому что заплатил. И потому что он друг мой, друг, товарищ. Вот про Леху могу сказать, что он брат. Брат мне.
Не знаю, как я ему, но он мне точно брат. Так. Мы не смотрели последние у него два видео. Как раз они связаны очень даже хорошо. По тематике связаны последние два видео. Простроечку. Он в последнее время делает простройку видоса. И даже очень классно. Очень замечательно. И прекрасно. Погнали, по чуть-чуть посмотрим один и второй видос. Сейчас я заодно быстро чекну, что у него тут с SEO по виду IQ. Очень хорошо, что, Лёш, ты начал вставить титры цветные. Это красиво все смотрится. SEO, да ладно, не может ноль быть SEO, не верю я в это. Короче, 0 SEO. Господи. Ничего не оптимизировано. Все, молчу, молчу. Погнали. Прекрасная музыка. Подожди, это не авторская музыка? Нет, вроде. Нет. А так похоже на авторку. Они, короче, на каком-то на своем языке говорят, эти чудесные люди. Ася-ля маха, ася-ля-ся-ля-ся. Ахаляй-махаляй, кир-гуду-барбия. Кончился, да? Кончился. Это что кончился-то у него там? Кончился раствор, похоже. Клей. Клей! Так, Лёха, а ты научился делать конечные заставки и подсказки? Не научился. Я не вижу тут в конце, что у тебя они начали появляться. Не, нету конечных заставок и подсказок нету. Они вот здесь должны были быть. Ну вот бренд твоего канала Зайчик, это прикольно, это супер. Зайчик, он же кролик. Погнали дальше. Второй видосик. Что ты во втором видео делаешь сейчас? Сейчас посмотрим SEO опять. О, вот здесь уже SEO 3. Не-не-не, ошибочка. Смотри, Лёш, для того, чтобы у тебя была оптимизация видео, что нужно делать, Лёш? Надо написать, во-первых, когда ты пишешь название видео, не надо его писать капсом. От того, что ты пишешь капсом, больше просмотров не будет. Капс — это когда ты пишешь заглавными буквами. Когда ты пишешь название, оно должно описывать твое видео. Должно быть не меньше 7 слов и должно быть не написано капсом. И тема названия видео должна соответствовать самому видео. Также описание не просто так придумали для видео. Не от балды, не пальцем в небо. Придумали описание к видео для того, чтобы ты использовал вот это вот прекрасное название, которое описывает видео, и сюда записал. А также описал все, что у тебя происходит в видео, ключевыми словами.
То есть, например, воскрешение летнего душа, да? Ну, здесь можно целый, ты понимаешь, трактат написать на тему воскрешения летнего душа руками, бюджет 100 рублей. Если бы ты это все расписал здесь, не меньше 60 слов должно быть здесь написано. Вот здесь обязательно не меньше 60 слов описание к видео, по теме видео. Потом отсюда берешь, выдергиваешь слова и пишешь их в окошке для тегов через запятую. Ключевые слова, которые ты описание сделаешь. Например, воскрешение летнего душа, запятая. Летнего душа своими руками, запятая. Не дороже 100 рублей, запятая. Вот так это надо все делать вот в тегах к видео. И хэштеги также надо писать. Только хэштеги от тегов отличаются тем, что перед хэштегами стоит решеточка. Решеточку ставишь. Ты видел, много людей пишут на бумажке хэштеги с названием своих видосов и показывают это. Ты видел, по телевизору очень часто показывают хэштег такой-то. Там за того-то, за свободу того-то, того-то чувака. Хэштеги. Почему это придумали хэштеги? Для того, чтобы поднять твое видео в просмотре наверх. Лех, ты ничего этого не делаешь, оптимизации нет вообще. Поэтому YouTube оценивает твои видосы как ноль, видишь? Ноль из 100%. Ноль из 100%. А должно быть 100 из 100. Потому что ты замечательный и хороший человек. Не должно быть 0 из 100 у моего друга Лехи. Должно быть 100 из 100. Но ты это исправлять не хочешь, у тебя времени нету. Ну ладно, не хочешь, не исправляй. Тегов канала у тебя тоже нету. Чек-лист весь красный. Короче, ничего не делаешь. Понимаешь, Лех, если ты дальше так будешь снимать свои видосы и оптимизировать их, то шансов попасть в тренды очень малы. Ты будешь выезжать только на название своего видео. Но опять же, если ты будешь делать спойлеры, если, например, ты пишешь название видео, оно не соответствует твоему видео, то это называется спойлер. Два раза спойлер сделаешь, YouTube у тебя вообще порежет твой канал на кусочки. А люди, когда смотрят спойлеры, они потом к этому человеку не заходят и не подписываются. Поэтому я тебя очень прошу. Пиши название исключительно по теме видео. Описание исключительно по теме видео. Надо делиться в соцсетях своими видео. Через кнопку «Поделиться». Нажал на кнопочку «Поделиться». У тебя есть же ВКонтакте. Что, тебе тяжело, что ли? Нажать на кнопку ВКонтакте и поделиться своим прекрасным видео ВКонтакте. Через эту кнопочку. Не от балды, а через кнопку. Не надо ссылку копировать. Через кнопку это делается. YouTube не зря эту кнопку придумал. Для того, чтобы тебя продвинуть побыстрее. Лех, ну, я думаю, что ты все сделаешь, и все будет круто. Будет все замечательно, потому что я надеюсь на это. Мне очень хочется, потому что очень много наших друзей, которым я помогал, они давно, давным-давно уже топовые, Лех. Ты прекрасно знаешь, что я помогал каналу, ну вот из тех, которых ты знаешь. Я помогал Ренату, я помогал каналу, ну самый из тех, кого ты знаешь, самый крутой канал сейчас уже. Это канал «Мой сад, моя гордость». Ты видел, сколько у нее уже подписчиков, сколько просмотров? Вот, я могу показать, друзья. Вот, смотрите. Вот, «Мой сад, моя гордость». Сейчас я найду. Вот, «Мой сад, моя гордость». Очень замечательная девушка. Она ко мне обратилась. Вот эту шапку я ей делал. Она попросила мне сделать ей шапку. Мне захотелось ей сделать золотую шапку. Я ей сделал, ей очень понравилось.
Сейчас у этого человека 12 тысяч подписчиков. Вот 11,8. Почему? Потому что она все делает так, как я ей говорил. Придерживается той задачи, которую надо было сделать. 11 тысяч уже. Смотрим. Бабушкина кухня. Аня тоже ко мне обращалась. Но шапку я ей не делал. Она там... Тоже очень красивый канал. Пожалуйста. 7 тысяч, почти 8 тысяч подписчиков. Друзья, я хочу, чтобы вы все были у меня скоренько, скоренько, с большим количеством подписчиков. Понимаете? Очень мне это хочется. Побыстрее прям хочу, чтобы вы стали прям, ну, крутыми. Да, конечно, вы можете ничего не делать. Ничего не делать для своего канала. Может ничего не делать. Забить. Но имейте в виду, что если вы забили на оптимизацию с ключевыми словами, то очень быстро топовым каналом стать не сможете, потому что сейчас конкуренция большая. Для чего созданы вообще вот оптимизации эти всякие, да, описания, да, вот эти описания, названия, хэштеги, теги, для чего это создано? Да для того, чтобы вы в конкурентной борьбе были на самом высоком месте. Понимаете? Друзья, давайте без политики на моем канале. Для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Лучше 5. Когда вы будете писать 5 комментариев, тогда... А, так мы и не посмотрели. Сейчас кусок. Друзья. Лёх, пена, солнце разрушает пену. Она не будет на солнце у тебя, пена эта. Пленка хорошая у тебя. Классная гидроизоляция. Классное видео, очень хорошее, Леш. С каждым разом снимаешь все лучше и лучше. Все, забей на оптимизацию, не делай ничего. Будем ждать с тобой выстрела за счет монтажа. А, потому что я вижу, что у тебя видео с каждым разом все лучше и лучше становится. Не надо, не делай ничего тогда. Мы посмотрим, через сколько твой канал начнет выстреливать с просмотрами без оптимизации.
Я бы на твоем месте тогда еще начал бы еще взаимные подписки делать. Потому что, ну, я так думаю, твоему каналу они не помешают. Как они не мешают такой, ну, вот той же этой, как его. Как же она, блин, Лена, да. Мой сад, моя гордость, ты видел? Пена под пленкой, отлично, хорошо. Да не прикалываюсь, Лёх, ё-моё. У тебя же выстрелило старое видео, которое из-за правильного написания названия по тематике видео выстрелило на 100 тысяч. Это же ведь правда? Правда. У тебя никакой оптимизации там нету. У тебя тогда были взаимные подписки. И ничего тебе это не помешало выстрелить одним видео. Просто это не всегда так будет без оптимизации. С оптимизацией это будет происходить чаще. Если настраивать, то будет происходить это чаще, гораздо чаще. Не будет таких провалов. Одно видео на 100 тысяч, остальные по 15 просмотров. Уж чтоб такого не было. Чё тут прикалываешься? Не до приколов. Сегодня тема стрима какая у нас? Оптимизация. Ключевые слова. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы быстрее попадали в тренды. И чаще попадали в тренды. Потому что с оптимизацией это происходит гораздо быстрее. Конкуренция очень высокая. Если вы ничего не будете делать, оптимизировать, тогда конкуренция не даст вам прорваться через этот лед, через эту льдину наверху. Вам надо пробить ее, эту льдину. Для этого придумана оптимизация. Не я ее придумал, YouTube ее придумал. Мне-то вообще пофигу, я бы ничего не делал. Честное слово, я настолько вот ленивый человек, что я бы ничего не делал. Забил бы давным-давно на все на это. Вот. Но YouTube требует, чтобы были выполнены условия его. Хочешь быстрее продвигаться? Выполни условия. Не хочешь? Ну, вставай в конец очереди. Когда твоя очередь подойдет, тогда посмотрим. Вот как делает YouTube. Занимаешь очередь и ждешь, пока твое видео через год начнет набирать просмотры. Просто вот то видео у тебя, да, интересное. Подошла твоя очередь, YouTube его раздавать начал. А сколько ты простоял в этой очереди? 7 месяцев или 8 даже? Год уже почти в этой очереди простоял. В очереди по просмотрам, по набору просмотров. А с оптимизацией эта очередь у тебя, знаешь, почему быстрее продвигается? Да потому что очень много людей не оптимизируют свои видео, не пишут теги и хэштеги, хотя YouTube это их попросил сделать. Поэтому те, кто пишут теги и хэштеги, они быстрее продвигаются в эту очередь. Не надо бросать. Я же это тебе говорю не для того, чтобы ты бросил, не для того, чтобы ты на меня огорчился, а для того, чтобы ты
Сделал так, как просит YouTube. Лёха, я же тебе сказал, не хочешь делать, не делай. А от того, что ты бросишь YouTube или нет, от этого ничего не изменится. А сейчас мы смотрим нашего модератора, потому что он модератор. Лёха, потому что донатер, поэтому мы посмотрели Лёху. Сейчас мы смотрим модератора нашего, а потом будем уже оценивать всех остальных. Хотите без очереди? Легко. Легко можно без очереди попасть на просмотр. Надо просто задонить и все. Так, у тебя вроде два видоса даже, я вижу. Погнали, Ром. И они коротенькие. Доброго времени суток. А чё так тихо? Стоп. А чё так тихо-то? Сейчас я на 100% громкость сделаю. Этой лампой, ведь Arduino может выдавать максимум 5 вольт. В этом нам поможет реле. Благодаря нему мы можем управлять питанием абсолютно любых приборов. Я хочу запрограммировать контроллер так, чтобы при расстоянии менее 200 сантиметров на ультразвуковом датчике он замыкал реле и лампа включалась на 10 секунд. Про подключение датчика я рассказываю в видео, которое сейчас выскочило в правом углу. Я составил схему. Там вы можете увидеть в том числе то, как подключается реле. Нехитрым образом подключаем лампу к реле. Ультразвуковой датчик подключаем так, как на схеме. Скетч для всей этой системы я уже написал, он простейший. Проверяем расстояние с датчика, и если оно становится меньше 200 см, замыкаем реле на 10 секунд. Загружаем программу в микроконтроллер. Установим всю конструкцию туда, куда нам нужно, и испытаем. Получилось более чем неплохо. Такую систему можно использовать как для освещения дома, так и для открытых пространств, таких как, например, террасы. Но будьте осторожнее, через реле проходит сетевое напряжение. Оно может быть опасно при несоблюдении техники безопасности. Если вам понравилось, можете поделиться видеороликом с друзьями. До новых встреч! Отличное видео. Чё у тебя с музыкой? Сейчас посмотрим. Музыка не авторская. Теги неправильно прописал. Они у тебя все слиплись. Должно быть не слипшихся тегов к видео 20 штук. У тебя они слиплись и получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Должно быть 20. Из них всего два ранжированных получились. Вот о чем я вам говорил, да? Ранжированные теги это те видео, которые позиция, на которой выдается это видео при поиске в YouTube по данному ключевому слову. У нас сегодня тема нашего стрима — оптимизация и ключевые слова. Вот для того, чтобы у вас было больше ключевых слов и верхняя позиция в поиске, для этого надо писать описание полностью описывающее тему вашего видео. Обязательно должно быть название видео, описывающего тему вашего видео. Потому что вот 17,7 это очень маленькая оценка SEO по VidIQ. Очень мало. Я у тебя конечные заставки видел, он почему-то в VidIQ пишет, что их нету. Заголовок у тебя 1, 2, 3, 4.
Надо было написать слов 7. 7 слов, мало слов. Ну и делиться ты вроде делился в соцсетях. Сюда надо еще добавлять видео. Ссылки на видео интересных, популярных твоих видео. Сюда в описании к стриму, к видосу надо добавлять. Помимо хэштегов. Ну вот, как-то так. Доброго времени суток, друзья. На протяжении этого ролика мы сделаем устройство, способное помешать водителю заснуть за рулем. Погнали! Когда человек засыпает, его голова невольно отклоняется от стандартного положения. Тогда почему бы не использовать для решения этой проблемы акселерометр? Если что, это устройство, способное реагировать на изменение положения тела в пространстве. Можно было бы купить специальный модуль с акселерометром, но мы поступим иначе. У меня в шкафу завалялось аналоговое устройство, способное выявить изменение положения тела. Эта штука похожа на светодиод. Внутри скользит капля ртути, замыкая и размыкая цепь. Будить водителя мы будем при помощи обычной пищалки. Питание пустим от литиевой банки 18650. В качестве крепления будем использовать канцелярские резинки и совсем чуть-чуть магии. Берем маленькую платформу из любого материала и крепим на нее нашу систему. Осторожно паяем. Крепим все это к резинке. При малейшем отклонении от стандартного положения устройство начинает издавать звук, способный разбудить даже самого крепко спящего человека. Ссылка на схему этого устройства, как всегда, в описании. До новых встреч! Не болейте! Хорошее видео, очень хорошее. Опять оценка целого маленькая. И опять два ранжированных тега всего лишь. Но ничего, думаю, блин, раздуплится все-таки YouTube. Странно, конечно, что он... За что он твой канал так... Относится к каналу к твоему, непонятно. Да, скорее всего, видаки улагает 100%. Так и есть. За много ссылок точно никто никого не наказывает. А если ты будешь ключевые слова писать без... Ну, в описании без смысла... Ну, как очень много людей пишут, да, там теги, а сейчас вот это читать не надо, и пишут теги. Вот так делать нельзя. Надо делать обязательно, чтобы у тебя ключевые слова, теги, были внутри предложения, которое описывает твое видео. Тогда никто ничего не сделает. Так, погнали, Дэн там что-то, да? Дэн, кто там? Сейчас по очереди посмотрим, кто там у нас первый. Дэн, кажется. 15 минут назад Дэн. Погнали к Дэну. Друзья, оцените, пожалуйста, канал Дэна. Здесь ничего не оформлено, но при этом мы, кажется, уже смотрели канал. Оценочка канала будет 40 из 100. Так. Надо добавить ссылки в соцсети, надо добавить главную страницу, сделать, оформить. Все это надо сделать, ничего этого не сделано. Делай, Дэн, будет все хорошо. И, Дэн, твое название канала, оно не соответствует твоей тематике.
твоего канала вообще. То есть, если я буду искать, да, например, аниме, то в поисковике твой канал не выпадет в моем. Потому что у тебя название твоего канала Дэн, а ничего не связано с аниме. Вот Дэн и все. Ты попадешь в другой поисковик. Ты попадешь в поисковик с названием Дэн. Хотя у тебя вот никакого отношения Дэн и темы твоего канала вообще никакого нету. Все, вроде всех остальных посмотрели. Нету новых комментариев. Дэн, если у тебя нет соцсетей, тогда не нужна тебе оценка. Тебе без оценки хорошо будет. Дэн, зачем оценку просил? Забей на все, делай, что делал раньше. Оценка твоего канала 1000 из 1000. Дэн Гача Лайф. Что означает это название? Дэн Гача Лайф. Лайф — это жизнь. Причем тут? Да он неправильно его поменял. Слава Украине, героям слава. А делала? Ясно. Также я вам говорю, друзья, слава России, героям слава. А, Гача Лайф — это тема его канала, тогда отлично все. Дэн, молодец, молодец. Гача Лайф — это... Ну а почему ты назвала себя Дэн? Какой нафиг Дэн? Ты же девушка. Вот зачем ты путаешь людей, которые будут подписываться на тебя, на твой замечательный канал? А, понятно, все, я понял тебя. Это у вас такие сейчас приколы. Оцените мой канал, если вас не затруднит. Видите ли, я могу вас просто пиарить в своем ролике. Пропиарить в своем ролике. Да мне пиар не нужен, я не нуждаюсь. Можно написать не оригинал? Какой не оригинал и куда написать? Вам, друзья, надо писать обязательно, чтобы у вас название соответствовало видео. Название видео соответствовало вашему видео. Описание к видео соответствовало описанию вашему видео. В описании видео должно быть не меньше 60 слов. У меня, видите, 5000 слов. В описании к стриму. Должно быть у вас хэштегов не меньше, не больше 15, не меньше 3. У меня их 14, я их сюда записал. Хэштегов. 15 нельзя, YouTube ругается за 15. 14 можно, 3 мало. Ключевые слова в теге канала вписаны. Ключевые слова в теге к видео вписаны.
Чего я вам желаю? Ламборджинсы. Для того, чтобы тебя оценили, надо написать 5 комментариев под прошлым стримом. Почему 5? Потому что 4 из них попадут в спам. Дэн. Вообще канал прикольный. Креативный. О, две девчонки нашли друг друга. Короче. Давайте сейчас музыку какую-нибудь, что ли, поставим. Пока нету оценки. Я уж думал, автоматчика это удалять нафиг. Вот зачем ты пришел под конец стрима? Лучше бы не приходил. Гача лайф, пока. Как настроение у вас, Алексей? Прекрасное настроение. Дорогие друзья и модераторы, если вы приходите под конец стрима, то таким образом вы срезаете мою статистику стрима. Поэтому, если вы опаздываете на стрим, лучше на стрим не приходите. Гораздо лучше будет, если вы пришли сначала и до конца посидели. А когда вы приходите на какое-то короткое время, то тем самым вы не делаете мне хорошо, а делаете плохо. А это очень нехорошо, когда мои модераторы мне делают плохо. Как бы они предназначены не для этого. Они предназначены для другого. Имеют другую функцию. Не функцию портить, а функцию помогать. Дима, я тоже рад за тебя.
замечательный мужик вывез бабу в Геленджик. Так, погнали дальше. Романтическое теперь. Давай романтическое. Было приподнятое, теперь романтическое. Алексей, во сколько сейчас стримы начинаются? Я не знаю, Владимир, во сколько они начинаются. Как получается? Они вообще еще не начались. Когда я смотрю, подхожу к телефону и вижу полную полосу связи, тогда они начинаются. Плавающий график, точно. Ян, ну ты сегодня попала на плавающий график, и Владимир попал сегодня на плавающий график почти в начале. Вы же как-то это увидели, правда? Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий, а лучше 5. Можешь оценить канал с оптимизацией, пожалуйста. Конечно. Некромакс. Для этого надо написать 5 комментариев под прошедшим стримом. А я сейчас где? На стриме, Владимир, вы-то тут при чем? Я что, к вам, что ли, какие-то претензии или вопросы предъявлял? Алексей, скажите, пожалуйста, если я проведу стрим, который не будет соответствовать моей тематике, это навредит каналу? Ну, это не поможет каналу, это не навредит каналу. Это не поможет твоему каналу. Надо, чтобы помогало. Оценишь видосик? Конечно, оценю. Для этого надо пройти вот по этой ссылочке. Вот по этой ссылочке надо пройти и написать сообщение мне через эту ссылочку. Тогда будем оценивать твой замечательный видосик по полной программе. Азат Латыпов, давно тебя не было, друг. Рад тебя приветствовать. Хороший ты человек. Дорогие друзья, сегодня тема стрима — оптимизация и ключевые слова. Ключевыми словами является название видео, описание видео и теги к видео, а также теги канала и хэштеги. Вот это все ключевые слова, которые должны быть между собой связаны темой. Как в словах есть корни, точно так же у оптимизации есть корни. У оптимизации есть корни. Это ключевые слова, на которых все строится. Весь канал строится в YouTube. Да, проводят там обзорчики, стримы по играм. Им донатят, им пофиг, что они начали стримить другое. Да стримьте, что хотите. Просто это не поможет вашему каналу, если это будет не по теме канала. Да, я с работы приезжаю сразу к зомбоящику. Потом все происходит в процессе общения с умной машиной, кушаю и т.д. К зомбоящику, насколько я понимаю, это телевизор. Я зомбоящик вообще не смотрю, потому что там ничего хорошего не показывают. Азат Латыпов, я стараюсь твои стримы не пропускать. Как это? Ты же все стримы мои пропустил. И только на этот крайний пришел. Как это так? Я не понимаю тебя, о чем ты. Мы Азата Латыпова когда последний раз видели, друзья? Может, он заходил и молчал? Скорее всего, так, да.
Ром, ты, кажется, видел Азата, да? Месяц назад мы или полтора, когда он написал что-то в чате. Страшно. О, есть у нас. О, друзья, у нас есть комментарии. Ура! Никромакс, погнали. Удачи в дальнейших стримах. Тебе тоже удачи, дорогой друг. Спасибо. Удачи тебе в твоей жизни. Погнали. Некромакс, а мы уже тебя видели. Блин, ты все лучше и лучше. Все меняешь и меняешь. Все улучшаешь и улучшаешь. Красавчик, красавчик. Я даже не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Ты уже все. Все, даже говорить ничего не буду. Топовый канал. Смотрите, 738 подписчиков. 2 недели назад 1000 просмотров. Месяц назад 1100 просмотров. Месяц назад 4500 просмотров. Ну, это когда вот активные, да, подписчики. И когда человек делится в соцсетях, и он начал все исправлять, у него очень много просмотров. Раньше было 111, 114 просмотров, да? Сейчас попер его канал. Красавчик, красавчик, Некромакс. Просто супер. Молодец. Тыц, 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 танцующий куст. Погнали к танцующему. Оценка твоего канала будет 101 из 101. Некромакс. О, главное почти оформлено. Танцующий куст. Креативный вообще шапка. А оценка твоей шапки 1000 из 1000. Потому что, ну, креативно. Очень креативно. Как художник художнику. Вот здесь ссылочек не хватает. Вот здесь не хватает снизу популярных видео. Плейлистов нет и не хватает. Ну, для 20 подписчиков нормально. Спайдер. Красавчик, куст. Удачи тебе и твоим близким. Доброго здравия и всего самого хорошего. Дорогие друзья, пожалуйста, не огорчайтесь на меня, когда я вам говорю в критической форме о том, что надо исправить на вашем канале. Я это говорю не для того, чтобы вас обидеть, не для того, чтобы вас задеть как-то, не для того, чтобы вас оскорбить, а для того, чтобы вы запомнили и сфокусировали внимание на том, что я сказал. Потому что если я вам буду говорить, какие вы прекрасные, какие вы хорошие, от этого ваш канал не изменится. Вообще не изменится. И ничего хорошего от этого не будет. Но и говорить вам грубости и неприятности, там, оскорбляющие вас, я тоже не собираюсь. Поэтому я выбираю золотую середину между тем, чтобы вам льстить, и тем, чтобы вас оскорблять. А просто вам говорю правду, связанную с вашим каналом. Понимаете? Не льстя и не оскорбляя. Из крайности в крайность мне не нужна вот такая оценка. Мне нужна критика. Понимаете? Критика, она не оскорбляет вас. Она вам помогает. Даже если я выбираю какой-нибудь громкий голос, да, когда я это говорю. К сожалению, у меня тоже эмоции есть. Вы меня извините, пожалуйста. Я стараюсь твои стримы не пропускать, хорошо. А, зомбоящик, у меня ноутбук. Не помню его даже, да. Когда время есть, захожу. Ясно. Лидер, привет, рад тебя видеть. Болею, сил нет, времени. Ой, не болей, пожалуйста. Один ролик собрал. Молодец, Некромакс. Я же тебе говорю, ты красавчик. Оптимизацию посмотришь. Не буду я смотреть твою оптимизацию, потому что ты и так хороший. Мне не нужно
Смотри твою оптимизацию. Я определил твой канал. Ты же слышал, как я его оценил. Ты же слышал и видел. Мне не надо даже заходить в твои видео, потому что твои просмотры показывают твою правильную дорогу. Я оценил твой канал по просмотрам. Поэтому теги и хэштеги никакого отношения к этому не имеют. Не, конечно, можно посмотреть, если ты хочешь. Мне не сложно. Давай посмотрим. Мне не сложно сделать это. Тем более, как пример, это твой канал можно смотреть несколько раз. Как пример, к чему стремиться. Ну давай быстренько чекнем. Да, 188 тысяч у тебя видос набрал. Самый популярный. А сколько ты еще соберешь? Так быстренько. Понятно. Ну, короче, ты используешь топовых персонажей в своих видосах. Ой, господи! Вот, друзья, никогда так не делайте. Нельзя вот так писать, вот ключевые слова. Так их нельзя писать. За это YouTube потом страйки присылает и банит каналы ваши. Вот вам, пожалуйста. Вот что значит ключевые слова. Когда вы их просто так пишете, от балды, то это нарушение. А когда вы их пишете, например, да, Моргенштейн, да, там и пишете предложение с Моргенштейном связанное. Ну, потом пишите, что этот клип такой-то, такой-то, трек такой-то, такой-то. А не просто клип, трек, Моргенштерн, новый Кадиллак, новый Мерин, Моргенштерн. Это неправильно написано. Так нельзя делать. Надо, чтобы была связка. Тут связки никакой. Ну, и авторская музыка будет срезать просмотры. Короче, блин, лучше бы я не смотрел. Лучше бы я не смотрел твою оптимизацию, потому что это ужасная оптимизация. Просто это не оптимизация, это ужас просто. Так делать нельзя. Некромат, спасибо, пожалуйста. Не так надо делать. Вот у меня сегодня Некромакс, у меня сегодня тема и слова. Смотри, как надо делать, чтобы ты понимал. Видишь, что тут написано? Смотри. Название канала соответствует теме канала. Видишь, оценка каналов. Раз. Дальше ты видишь название стрима. Вам нужна оценка каналов. Ключевое слово оценка каналов здесь используется. С программой VidIQ. То есть название абсолютно соответствует стриму. Потому что я все оцениваю с программой VidIQ. Дальше смотрим. Ну, про мой девиз вы все знаете, помните, что все мы обречены на успех, лишь только время, грамотная стратегия, наши в этом главные союзники. Это девиз моего канала. Дальше читаем. Смотри, предложениями написано. Во-первых, дублируется название видео, видишь? Вам нужна оценка канала с программой VidIQ? Дальше идет оценка каналов, запятая. Оцениваем ваши каналы, запятая, лучшая оценка каналов. Это все предложение. Это не так, как ты от балды там написал. Надо предложениями писать. И смотри, здесь оценка каналов еще, видишь, присутствует сколько раз. И она, смотри, как она присутствует, не просто так от балды, а оценка каналов стрим оцениваем по шкале 100 из 100. Оценка каналов происходит всеми членами чата. Чё, нельзя расписать, что ли, так? Оценка каналов критерий.
диктуют неисправленные ошибки. Оценка каналов помогает прописать теги, чем мы сейчас с вами занимаемся. Оценка каналов помогает сделать интересную шапку канала и аватарка. Аватарку. Оценка каналов делает пиар. Оценка каналов делает просмотр. Оценка каналов оценивает через 10 минут после вашего появления в чате. Оценка каналов – это лучшее, что есть на этой платформе. И дальше здесь и идет все, что связано с нашим стримом дальше. Правила оценки канала. Описываются правила, 33 пункта. Потом пишется для дисклеймер. В стриме не издеваются над животными, не обижают слабых и морально неустойчивых личностей, не пропагандируют насилие и не глумятся над неадекватными. Дисклеймер пошел дальше. Стрим создан исключительно в ознакомительных целях и несет свет сквозь тьму. Это я прикололся. Дальше приятного просмотра пожелал. Дальше идет таймлайн, то есть ты можешь через таймлайн попасть в середину, в конец или в начало стрима. Дальше чего? Оценка каналов происходит в стриме. Оценка каналов и оценка видео, а также обзоры игр, обзоры видео, ну, соответственно, если ты уделил внимание. Объясняю, как раскрутить канал, набрать подписчиков, как набрать подписчиков на YouTube, как набрать 1000 подписчиков. Расскажу, что такое развитие канала, раскрутка канала, теги, теги канала, теги для видео, оптимизация, оптимизация канала, оптимизация видео, уроки Photoshop. Вот об этом я обо всем рассказываю, это описывает мой стрим. Стрим задуман как серия обучающих видео. В каждой серии будем обсуждать новую тему по оценке и оптимизации всех функций и настроек ваших алгоритмов YouTube вашего канала. Ты представляешь, какое описание? Если бы вы такие описания делали к своим видео, то у вас оценка CEO была бы пипец какая. Почти сотня. Ну и оценка канала была бы сотня. И вот здесь вот 14 хэштегов идут. 15 нельзя, 3 мало. Написал 14. Хэштеги тоже ключевые слова. Только слова пишутся не через слэш, а слитно и с решеткой впереди. Вот об этом, обо всем мои стримы. Об этом, обо всем название моего стрима. Об этом... Описание моего стрима, теги стрима, теги канала и название канала. Все имеет связку. В плейлистах то же самое. И все это для вас, господа, для вас. Помните, что все это я делаю для вас. Ранжированные теги – это и есть теги с большим ключевым просмотром, с большим поисковым запросом. Я не знаю, Дим, ты меня что, не слушаешь, что ли? Отмотай в начало стрима, посмотри сначала стрим. Я весь стрим обсуждаю тему ранжированных тегов. Что такое ранжированные теги? Это те же самые ключевые слова. И они только тогда становятся ранжированными, когда они связаны между собой. С названием видео, с описанием видео, с тегами канала, с названием канала. Вот если это все связано, тогда у тебя появляются ранжированные теги. Так вот, ранжированные теги с большим поисковым запросом
Это те же самые ранжированные теги. Просто они популярные, понимаешь? Пойми такое, то что ранжированные теги с большим поисковым объемом, это популярные ранжированные теги. Либо же теги, имеющие маленькую конкуренцию. Слова мои понятные? А что такое теги, имеющие маленькую конкуренцию ранжированные? Это те, которые первый придумал ты. Есть теги, которые придумаешь первый ты. Например, оценка каналов – это тот тег, который придумал я. Поэтому у меня и канал в поисковике на самом верху по этому тегу проскакивает. И все. Вот это и есть ранжировые теги с большим поисковым объемом. Новых комментариев не вижу. Друзья, пишите комментарии для того, чтобы вас оценили. Всем удачи и пока. Пока-пока, Азат Латыпов. Пока, друг. Удачи тебе. Доброго здравия тебе и твоим близким. А также их родителям. Мог бы не прощаться, уйти по-английски. Как это делают все. Дорогие друзья, напоминаю вам. Напоминаю вам, что сегодня тема стрима оптимизации ключевые слова. Ключевые слова — это те же самые теги, хэштеги, ранжированные теги и ранжированные теги с большим поисковым объемом. Все это ключевые слова. Просто по-русски это называется ключевыми словами. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, Азат Латыпов. По-русски это называется ключевыми словами. По-английски это называется тегами. Чтобы понятен был смысл тегов, это ключевые слова. Поэтому я по-русски написал. На русском языке. Владимир, он давно уже на стримчике. Кстати,
Кстати, надо на старые видео поставить конечные заставки, новые видео. И на новые видео. Конечно, конечно, это тоже оптимизация. Я не понимаю, почему ты до сих пор не поставил конечные заставки и почему ты до сих пор не поставил, помимо этого, еще и подсказки. Вот здесь вот должны быть конечные заставки и подсказки. Шоу Мьюзик, что ты сделал? Надо написать комментарий, а лучше 5. Под прошедшим стримом, который прошел 2 дня назад. Пиши комментарий, мы пойдем к тебе на твой замечательный, прекрасный канал. Будем оценивать тебя. О, есть. Есть. Прекрасно. Молодец. Спасибо тебе большое, Show Music. Прям от души тебя благодарю. 5 комментариев. Это шикарно. Это большой подарок для меня. Очень большой подарочек. 5 комментариев. Это очень здорово. Причем ты их все разные написал. И ты очень хороший человек. Ты вот мне пишешь: удачи, ты хороший человек. Ты просто прекрасный человек. В тебе есть добро, тепло, душевность. Show Music. За это получишь сейчас шикарную оценку. За твое добро. Ибо добром умножается, а зло делится. Вот мы умножим сейчас твое добро. Ну что, друзья, вот прекрасный канал Show Music. Абсолютно, абсолютно название соответствует тематике канала. Есть ссылочки в соцсети. Прекрасная минималистическая шапочка. Шапка является не только шапкой, но еще здесь в центре логотип. То есть здесь бренд канала присутствует. Связь тройная. Бренд канала, аватарка бренд канала, Show Music — это полностью адекватное название для этого канала. Потому что тут все связано с музыкой. И нету, тут не жарят котлеты за грибами, не ходят на этом канале. Трактор не ченят. Здесь занимаются на этом канале только музыкой. Поэтому очень большое будущее у этого канала. Если ты будешь еще делиться в соцсетях своими прекрасными мьюзик-клипами, тогда у тебя будет больше просмотров. Но у тебя и так их немного. Единственное, что у тебя описание к плейлистам коротенькое. Сделай побольше описания. Ибо здесь должно быть 150 ключевых слов, связанных с твоими видосами. Их нету. В названии очень короткое. Должно быть не меньше 10 слов в описании плейлиста. В названии плейлиста. Этого ничего нету. Это надо исправить. Спасибо тебе большое. Удачки тебе. Ты хороший, замечательный, прекрасный человек. Желаю тебе удачи и доброго здравия тебе и твоим близким, а также их родителям. Так, где у нас следующая музыка?
Владимир, мы же все ваши старые видосы проверили. В смысле, не переживай. Я всему научу его. Я не переживаю, Дмитрий. Я за тебя переживаю. Научился ли ты всему от меня или не научился? А то ты его научишь не тому, чему нужно. Владимир, да, еще раз посмотрите. Но я же проверял все ваши видео, там все идеально. А из какого вы, кстати, города? Трэп мьюзик и шоу мьюзик. Вы из какого города? Что за город у вас? Да каким учителем? Я не считаю себя учителем, я сам учусь. Настоящие учителя учатся всю жизнь сами. Мне бы такого учителя, как какой у вас есть. Я бы, блин, замучил бы его с вопросами. Ваша вку. Казань. Ясненько, Казань. Хороший город Казань. Дим, а это ты после того, как я занимался с Ренатом, ты к нему подключился, да? Скажи правду. Учить тому, что знаю сама. Конечно, учи. Только главное учить тому, что ты точно знаешь, что это правильно. А то вдруг есть и такие учителя, они сами ничего не знают, пытаются учить. Все ясно. Все, Дим, можешь дальше не продолжать. Это значит, не ты был. Если ты не знаешь, о ком я говорю. Вау, Яночка, ну вот если ты хотя бы этому научишь, тогда ты великий учитель. Я у тебя сам буду учиться. Ты такая умничка, такая хорошая девочка. Такая классненькая. Не, ну молодец. Вот ты абсолютно сейчас подчеркнула то, чему я уже учу, блин, последний почти год. Я понял, Дим, все, забудь. Дим, я понял все, что это не ты.
Тем более, что он говорил, что из его города там кто-то с ним общается. А у него город не Казань. Поэтому забудь о том, о чем я говорил. Енотик паста. Можно оценку? Можно, нужно. Ренат у меня прошел полный курс обучения тому всему, чему я знаю. И там осталось еще, конечно, учитель никогда не рассказывает все до конца. Там осталось еще, конечно, часть того, ну, чему я еще сам учусь, понимаешь? Вот. И в конце нашего обучения он сказал, что он еще с кем-то там в своем городе общается на эту тему. Я ему сказал, ну общайтесь, конечно, если хотите. Все мои одноклассники забросили каналы. Вот в этом-то и весь смысл. Не надо бросать. Надо вести до канал, пока не помрешь. Надо канал вести. Лучше, конечно, жить долго, как Владимир Владимирович Путин. Вот ему уже 70 лет, да? Или 72 уже? А до 2036 года сколько у нас лет еще? Вот человек молодец. Просто молодец. Выглядит как огурчик. Как огурчик. Еще собирается, еще 30 лет собирается работать. Офигеть. Вот про какую мы пенсию говорим? Чувак работает всю жизнь, их и собирается работать всю жизнь. Ему пенсия нафиг не нужна никакая. Поэтому как бы и приняли закон, по которому обломитесь с пенсией, товарищи, те, кто выпивает алкоголь, да, и те, кто работать не хочет. В пенсионном возрасте. Вот так вот. Вот так вот все жестко у нас сейчас. Фриз. Друзья, оцените, пожалуйста, канал Фриза. Не хватает популярных видео внизу главной страницы. Превьюхи хорошие, очень качественные. Шапка хорошая. Три плейлиста, прекрасно. Описание есть плейлистов. Ой, очень хорошее описание. Прям красавчик. Все сделано супер. Оценка каналов 99 из 100. А почему 99 из 100? Объясню. Потому что мало просмотров. Надо делиться в соцсетях своими видосами. Хотя не так уж и мало у тебя просмотров. У тебя от твоих подписчиков 50% просмотров. Ну, 139, почти 300 подписчиков. Ну, будет больше просмотров, если в соцсетях будешь делиться, попросишь в соцсетях, чтобы делились твои подписчики твоими прекрасными видосами. Удачи тебе и твоим близким, а также желаю тебе доброго здравия. А там еще кто-то, кроме Фриза, был.
Яночка сейчас оценочку просит. Спасибо тебе за комментарии, которые ты написала. Ну, это наш любимый слоник. На канале нашей замечательной Яночки. Слоник, он же кресло, он же душка, подсвеченный бирюзовым цветом. Яночка умничка. Друзья, если вы хотите прикольную музыку кавер-версии послушать, то прошу зайти вас на канал нашего модератора Яны. Полностью авторский канал, без всякой фигни, без всякой лажи. Человек занимается вокалом, делает каверы. Очень хорошо оформленная шапка, превьюхи и все самое лучшее прям. Единственное, только если бы Яна еще в инсту выкладывала свои каверы, и оставляла бы ссылочку на свои видосы в инсте, в телеграме в том же, тогда бы просмотров было больше. Но все равно просмотров немало. 41 подписчик. А просмотров там вот есть и 110 просмотров, есть и 85. Так что умничка, растет, растет канал. Яночка, все будет хорошо. Желаю тебе и твоим близким доброго здравия, а также их родителям. Так, автоматчик им просто лень. Да, не надо лениться, друзья мои. Господи, мне тоже лень, но через лень делаю. Да, надо обязательно. Я 5 лет на ютубе снимаю. Понятно, ему 67. А, Владимиру 67. Да, да, отлично. Фриз, удачи вам и тебе. Удачи. Енотик, паста, меня. Енотик, надо написать комментарий. Тебя там нету. Слоники. Слоники, поехали. Алена Швец. Будущее, Алена. Да, да, да. Почему будущее? Ты лучше, чем Алена Швец какая-то. Зачем тебе сравнивать себя с кем-то? Ты лучше. Енотик, где комментарии? Для того, чтобы тебя оценили, надо написать комментарий. Мы через твой комментарий лучше 5. Ты видел, люди нормальные пишут по 5 комментариев. Мы через их комментарии попадаем на твой канал. На их канал. А через твой комментарий на твой канал. Не, новых комментариев-то я так и не вижу. Где новые комментарии? Нету новых комментариев, друзья. Енот, пиши. Будущий Моргенштерн. Ну, ты сейчас еще про А4 вспомни. Ни Моргенштерн, ни А4, мне вообще никакого удовольствия смотреть на этих чуваков нету. Хотя они очень популярные. Яночка умничка, нафиг тебе вот на этот, на этих фриков похожим быть. Ты же не фрик. Вообще девочка-фрик это, блин, это убого смотрится.
Хайповать надо на другом. Если хотите хайповать, надо хайповать через... Не через фрикизм. А надо хайповать через мозги. Надо отличаться не дебилизмом, а мозгами. Понимаете? А когда люди дуркуют и это показывают всем, то это, блин, вообще неинтересно даже смотреть. Ну вот знаете, как раньше? Раньше даже вот у царей были шуты, да? У царей были шуты. И вы знаете тоже, что шутов никто не трогал. Почему? Потому что в ихних шутках была правда. А вот... А в изображении фриков правды нету. Это все иллюзии. Ну, я бы не говорил, что шуты говорили грязь против короля. Они ему говорили правду, а не грязь. Те шуты, которые говорили грязь, им отрубали голову. А те шуты, которые говорили правду, их прощали. Тем более они говорили эту правду в шутливой форме. Не обидную правду. Яночка, когда он выпускает такие треки, когда люди выпускают такие треки, это говорит о том, что они сами так делают периодически. Если человек думает об этом, если тем более пишет песню об этом, то у меня складывается впечатление, что человек этот периодически это делает. Под такую хорошую рэперскую музыку. Как бы это сразу подчеркивает его с этой стороны. Вот Яночка же согласна со мной. Просто я считаю, вообще женщин оскорблять это самое последнее дело, понимаете? А когда парень пишет песню, про которую вы уже написали, я озвучивать не буду название этой песни, то это говорит о том, что этот парень хочет сам это сделать очень. И скорее всего он это делает очень хорошо. Раз он так хорошо написал эту песню, значит он любит это делать. Значит, он такой. Значит, он
хочешь, чтобы все остальные, кто слушает эту песню, были тоже такими же. Вот и все. Мультов. А сейчас у нас выбирают конституцию, в которой будет первая поправка, запрещающая это делать. Вот все толерантные сразу получат, блин, по конституции, по полной программе. Сейчас же у нас вследствие толерантности наша конституция ужесточается. Мультов, оцени, пожалуйста, Мультов, для этого надо написать 5 комментариев под прошедший стрим. Давай быстрее пиши, потому что ты что, его оскорбляешь? Кого? Где? Когда? Кого я оскорбляю? А ну-ка. Я еще раз вам говорю, если вы будете говорить про пятую точку, то значит все ваши мысли связаны с пятой точкой. Если вы говорите про переднюю точку, то все ваши мысли связаны с передней точкой. Я предпочитаю не говорить ни о том и ни о другом, а тем более не пишу песни на эти темы. Значит, это о чем говорит? О том, что я не думаю в этом смысле. Мне нет надобности думать об этом. Я просто, если мне нравится человек, то я, например, с женщиной общаюсь. Я не общаюсь с другими. Да-да-да. Я высказал свое мнение. Мое мнение никого не задевает, тем более Моргена. Пускай делает, что хочет, это его личная жизнь. Если он так пиарится на этом, если он так хайпует, то, блин, да ради бога, пускай он это делает сколько хочет. Но мое мнение, что дело в том, что у него еще вся жизнь впереди. Он же не собрался завтра помирать. А когда человек становится пожилым, ему становится за многие вещи, сделанные в молодости, стыдно. Потому что у него будут дети, у него будут внуки. И внуки ему будут потом говорить, ну, так и так. Чё ты мне вообще говоришь, когда ты записал такую песню, когда ты был молодой? Вот чё ты мне предъявляешь сейчас, дедушка? Ты такие песни писал в своей молодости, что теперь ты мне не имеешь права вообще ничего говорить, потому что я имею право на свое мнение, понимаешь? Вот так вот будет в будущем, когда ему уже не нужны будут ни деньги, ни хайп, когда он будет доживать свой век тяжело больным старым человеком, тогда ему станет стыдно за прожитые годы. Вот и все, о чем я сказал. Бесцельно прожитые годы. А деньги, друзья, это не все в жизни. Деньги, конечно, хорошо. Но за деньги делать, ради хайпа, ради денег делать какие-то вещи. Там, например, как в анекдотах, да? Типа любой человек может сделать какое-то нехорошее дело за большие деньги. Да, конечно, может сделать какое-то нехорошее дело за большие деньги. Но, друзья мои, вы что, думаете, что совести, что ли, нету? Да даже у последнего бессовестного человека совесть есть. И в конце жизни она просыпается, как ни странно. Потому что она есть, совесть эта. И она начинает изнутри человека жрать. Если он накосячил. Понял, Мультов? Спасибо тебе большое за комментарии.
Поэтому, друзья, не делайте в молодости косяков таких, за которые потом было бы стыдно в старости. Молодость пройдет, она быстро пролетит, вы не заметите. Откроете глаза, закроете глаза, потом опять откроете. Было вам 13 лет, и тут вам уже 70. Жизнь пролетает, как 2 минуты. Не успеете одуматься, как уже жизнь прошла. Мимо вас. Поэтому лучше жить честно, лучше жить бедным, но добрым и честным. Не зря все это люди придумали древние. Мульт. Короче, все у тебя хорошо, все замечательно, прекрасно, удачи тебе. Оценка твоего канала будет 25 из 100. Ничего у тебя вообще не оформлено. Ну и у тебя всего 14 подписчиков, поэтому для этих 14 подписчиков, я думаю, ничего оформлять и не нужно. Мульт. Я не вижу тут мультфильмов никаких. Может быть, они здесь и есть, но я мультиков не вижу. Удачи тебе, мульт. Удачи тебе и твоим близким, а также их родителям. И доброго здравия тебе. Ну, Ром, если ты готов за деньги делать все, что угодно, то тебе дорога такая же, как и Моргану. То, я думаю, тебе надо делать, снимать такие же видосы, как снимает Морган. Писать такую же музыку на такие же слова, на такие тексты. Ром. Делай то, что делает Морган. Ну, как бы, если ты его оправдываешь. Только имей в виду, запомни мои слова, то, о чем я тебе только что говорил. Я посвятил этому целых 10 минут своей жизни, объясняя, чем это все закончится? Поверь мне, я живу уже 46 лет почти. Я видел всяких людей. Я видел всяких людей, я видел, как они заканчивают свою прекрасную, замечательную, хайповую жизнь. Все, кто слушают Моргана, они такие же, как Морган сам. Конечно. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Это 100%, 100%-ная поговорка, которая 100% работает. С кем будешь дружить, кого будешь слушать, от того и будешь набираться ума разума. Или будешь набираться от плохого человека гадостей, либо от доброго будешь набираться добра. Все зависит от тебя, какой у тебя выбор. Кого выберешь, от того и наберешься. Не бывает такого, чтобы ты набрался половину доброго от доброго, половину гадости от гадкого. Такого не бывает. Тебе выбор все равно в жизни сделать придется. Он Морган? Да мне все равно, кто он. Он меня не интересует как личность, Морган.
Меня интересует как личность Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой. Вот такие личности меня интересуют. Как личности. А Морган это не личность. Это человек, который занимается хайпом. Ром, я не буду с тобой спорить. Слушай музыку. Вот Лёше, например, Давыду Алексу нравится уголовная тематика, да, там шансон. Я ему высказал свое мнение по поводу шансона, ему тоже не понравилось. Он на меня обиделся, как и ты. У каждого свой вкус. Один любит арбуз, а другой пироги с грибами. А третий любит... Я не буду говорить, что он любит. А третий любит слушать музыку Моргена. И говорит то, что он не будет так делать, как Морган поет. Ему просто нравится музыка. Если вы в своих мыслях разрешаете себе подумать о какой-то гадости, то рано или поздно вы будете делать гадости, 100%. Это взаимосвязано, как ключевые слова связаны, так и мысли связаны с делами. Рано или поздно вы будете делать то, о чем вы думаете. Просто каждый раз преодолевая это препятствие, это как запретный плод. Понимаете? А если бы Бог не сказал Еве и Адаму, чтобы они не жрали это яблоко, тогда бы они о нем не думали, они бы и не стали его есть. А так он сказал им, они думать начали об этом яблоке. В конце концов, свершилось. Они сожрали это яблоко, и теперь мы за все за это отвечаем. За эти косяки. Пока только дельный появился комментарий. И все, больше нету никаких комментариев. Кстати, название очень хорошее, дельное, прекрасное название. Очень классное название. Отличная шапка, отличное название, молодец. Молодец. Ты очень хороший человек. Просто, Ром, я тебе чего говорю? Я тебя не учу ничему. Я просто тебе говорю факты из моего прошлого. Из моего жизненного опыта. Так вот, эти факты говорят о том, что человек делает то, о чем он думает, обязательно. И никуда он от своих мыслей деться не сможет. Если он не умеет управлять своей психикой. Но рано или поздно, под алкоголем или еще под чем-нибудь, когда у тебя психика будет ослаблена, ты будешь делать то, о чем ты думаешь. 100%. По-другому не бывает. Я это видел миллионы раз в своей жизни. Из этого у меня вывод сложился, что именно так и есть.
Исключений в этом смысле не было и нету. Привет, ты оценишь? Оценю. Надо написать комментарии, друзья. Пишите комментарии, вас оценят. Так что вот так вот. Но еще раз скажу, я не против. У нас Дима Снери постоянно приходит. Вот он говорил, что он вообще не традиционный, в общем-то. Но когда он просто об этом говорит, это ничего страшного. А когда он навязывает свое мировоззрение традиционным людям, тогда я считаю, что это вход на мое пространство. Ром, ты думаешь, то, что ты задонатил и все, ты теперь, блин, очень хороший человек, да? То есть ты считаешь, то, что добро можно купить? Я думаю, что вряд ли. Добро купить нельзя. Добро, оно бесценно. Если ты ходишь под алкоголем и раздаешь деньги, это не значит то, что ты добрый. А вот если ты трезвый, и у тебя на глазах люди попали в автоаварию, и ты остановился трезвый на своем велосипеде и вызвал скорую, никому не задонатив ничего, вот тогда ты сделал добро. Владимир, вот вы как человек, который старше меня, я правильные вещи говорю или я дуркую, какие-то глупости говорю? Объясните, пожалуйста. Вот вы человек, у которого жизненный опыт гораздо больше, чем мой. Еще лет так на 10. Вы человек, который жили в Советском Союзе. Я правильные вещи вообще говорю? Или это... Вы меня поправляете, если я не прав, Ром. Я же не против. Но для того, чтобы меня поправить, докажи, что я не прав. Ты пишешь то, что тут спорить, я так понимаю, бесполезно. Ты докажи, что я не прав. Я не спорю. Ты должен доказать. Если ты считаешь, что я не прав, то ты должен доказать, что я не прав. Еще как зависит от музыкального вкуса его душа человека. Еще как зависит душа человека от его вкуса музыкального. Ты что? Вот ты слушай Моргена, да? Либо ты слушай все песни Анны Герман, послушай. Анны Герман, послушай все песни. Либо послушай все песни группы Queen. И вот твоя душа 100% зависит от той музыки, которую ты слушаешь. 100%. Потому что такое музыка, что такое звуки? Ой, это очень серьезная тема, Ром.
Музыка и звуки – это гармония, из которой складывается аура твоей души. И очень важно слушать правильную музыку, правильные слова, потому что, я же еще раз говорю, это влияет на твои мысли, а мысли твои влияют на твои дела. Это все взаимосвязано. Тебе даже вот Владимир говорит то, что я говорю правильно. Автоматчик, все, что он говорит на камеру, это не говорит о том, что он действительно такой. Это маска. Ты слышал про маски? Артисты часто одевают маски. И то, что он говорит на камеру, что он добрый, с чего ты взял, что он добрый? Если он такую музыку пишет, значит он недобрый. 100% недобрый. Такую музыку добрые люди не пишут. Добрые люди пишут музыку. Вот сейчас сразу же после того, как закончится, стрим, включите музыку Анны Герман. Вот такую вот музыку слушают добрые люди. Или включите музыку «Песняры». Вот такую музыку слушают добрые люди. 100%. Автоматчик, ты что, с ним спишь, что ли, в одной постели? Я тебя не понимаю. Ты что, с ним кушаешь из одной тарелки? Я еще раз говорю, на камеру можно показать, какую хочешь. Вот Ян правильно пишет. Зависит ли то, что слушает человек, на то, как он себя ведет и на его душу, трап? Ян, вот ты меня поняла. А люди, которым нравится нетрадиционная музыка с нетрадиционным поведением, те люди меня не понимают. Ну и флаг им в руки, пускай не понимают. Я же не собираюсь им доказывать что-то. Мое мнение такое, я считаю, что это так. И так считают миллионы людей, помимо меня. Люди, которые слушают классику, да. Люди, которые слушают классику, которые играют классику, они не будут слушать музыку, в которой несет зло. Не будут. И говорить, что это хорошо. Это вранье, потому что получается. Ложь. Злая музыка несет зло. Есть добрая музыка, классическая. Есть злая музыка. Такая музыка, например, как панк, панк-рок и так далее, так далее, так далее. Короче, где больше развязанности в музыке, там меньше уважения к людям и к самому себе. Все правильно, трэп. Вот я об этом и говорил. Рома со мной спорить начал. Вот абсолютно ты правильно говоришь. Музыка, она не показывает человека. Она влияет, 100% влияет на его психическое мышление. О чем я говорил. И многие просто начинают разговаривать.
То есть сначала мысли, сначала они послушали музыку, потом у них возникают мысли, связка. Потом начинают разговаривать и так делать все, как демонстрируют. Это их исполнители, все правильно. Это закон. Закон, чего ты слушаешь, что потом и делаешь. Ладно, друзья, давайте будем заканчивать стримчик. Всем пока-пока, удачи, всего хорошего, замечательного. Те, кто любит музыку Моргана, желаю вам удачи и успехов в вашей жизни. И, пожалуйста, не переходите эту грань, которую переходит Морган. Заканчивается очень плохо, но я вам все равно желаю добра, здоровья. Любви, в конце концов. Любви не однополой, а гендерной, противоположной. Потому что однополая любовь – это однобокая любовь какая-то. Неправильно. От однополой любви дети не рождаются. А мы созданы, друзья, для того, чтобы после нас детки появились, внуки, и чтобы они потом этот мир сделали лучше. После того, как мы закончим делать этот мир. Всем пока-пока, удачи, всего хорошего, всего доброго. Друзья, помните, что все мы... Вот я вам 1000 раз об этом говорю. Это программа, которую закладываю я в ваш мозг. Программирую ваш мозг этими словами. Помните, что все мы обречены на успех. И лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Те, кто понимают эти слова, будут так делать. Всем пока-пока, удачи. Все правильно, автоматчик. Все, вот ты правильно, ты меня понимаешь. Ты меня понимаешь, о чем я говорю. Я не против этих однополых. Я за детишков, мне обидно. Мне хочется, чтобы детишки были счастливы. Чтобы счастье было вокруг не только этих людей, которые хотят, да, заниматься вот этим. А счастье, чтобы дети вокруг, которые несчастные, у которых родители алкоголики. Я хочу, чтобы вот эти вот дети были счастливы, понимаешь? Я хочу, чтобы все люди были на земле счастливы. Чтобы у них, у каждого был кусочек хлеба, было что покушать, было что попить, водички какой-нибудь, соку или еще чайку там какого-нибудь. Потому что очень много людей, которые этого не имеют. Очень много. А их будет еще больше, если мы не будем смотреть и помогать этим людям. А как мы можем помочь? А мы можем запрограммировать их мозг на то, чтобы они были с каждым разом все лучше и лучше. Для этого мы и снимаем эти стримы, для этого мы создаем такие каналы. Всем пока-пока, удачи, всего доброго, всего хорошего. Все, друзья, расходимся. Если кто спросит, то мы геологи. Пока-пока. Сейчас я поставлю заключительную музычку. И все. Увидимся завтра, может быть.